продолжать. Я не... Друзья, добрый день! Приветствую вас на нашем прямом эфире, посвященном уходу для блондинок. И сегодня у нас эфир будет горячим, потому что со мной две прекрасных блондинки. Это Катюша, моя коллега, и Ника, наши гости. И мы сегодня много о чем поговорим, о том, как ухаживать за волосами, о том, какие проблемы бывают у девушек, когда они осветляют волосы. Вот, но а хорошая новость у нас есть какая, что у нас запустился на самом деле буквально вчера наш личный аккаунт в Instagram Hair Faberlic. Подписывайтесь, и мы там разместили конкурс для каждого участника, кто подпишется сегодня и в течение недели. Там будет розыгрыш 10 наборов Blonde Icon, о которых мы как раз будем сегодня говорить. Итак, Катюш. Ой, я очень рада, что мы сегодня с вами собрались. У меня невероятно много вопросов, Рустем, к тебе по поводу ухода за волосами осветленными, потому что, ну, конечно, это проблема, мне кажется, для всех нас.
кто красит волосы довольно давно, осветляет их. Вот, поэтому я надеюсь, что сегодняшний субботний день мы проведем с вами очень насыщенно. А чем ты занимаешься в обычной жизни, кроме прямых эфиров? Да, да, я менеджер образовательного проекта «Фаберлик. Школа моды и стиля». Вот, Я думаю, что о стиле блондинок ты знаешь, айкон блондинок, да, знаешь больше всех. Да. Ну, если что, поделишься секретами. Конечно, конечно. Ник, а ты расскажешь о себе немножко? Да, я блондинка. Вообще, я путешествую, я художник. И как раз, ну, тоже очень интересная тема. Блонд, так как я живу с этим уже на протяжении 5 лет, вообще родилась блондинкой, но... Со временем, пока ты растешь, у тебя цвет волос темнеет, 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 но мне очень нравится мой блонд, вот, поэтому за ним нужно ухаживать, за ним надо следить, очень много подводных камней, и если не знать какие-то вещи, можно очень, ну, так как я художник, мне нужно презентабельно выглядеть, я вообще, в принципе, считаю, отражение наше, да, мы хотим выглядеть красиво, потому что мы внутри себя так чувствуем. Вот, и мне, естественно, тоже очень важно выглядеть красиво. Здорово. В самом деле, мне кажется, вот нет таких, ну, как скажем, будем честны, что вокруг блондинок ходит много там, да, мифов, легенд, и есть такие, которые действительно очень крутые, да, про там легендарный цвет волос или легендарных блондинок, но есть, скажем, и мифы, и даже анекдоты. Девчонки, а вы как-то сталкивались в вашей жизни, в карьере, может быть, вот с такими ситуациями? Ой, да, знаете, совершенно недавно я пошла учиться в автошколу, и первое, что сказал мне мой инструктор по вождению, что «О, понятно, ну блондинка, типа повеселимся сейчас». У меня, кстати, когда я училась на водительское удостоверение получить, чтобы мне никто ничего не сказал на этот счет. Меня даже поддерживал мой инструктор. Ну, то есть были ситуации какие-то на дороге конфликтные, противоречивые, скажем. И в этот момент меня мой инструктор поддерживал. То есть я была не права даже, но он объяснил, ну, то есть не объяснил, он прям так защищал меня. Так что, возможно, это не про всех. Да, наверное, на самом да. деле круто. На самом деле даже вот мы до эфира с Никой стали это обсуждать, вот эти мифы и легенды. И мне кажется, на самом деле, вот, ну, как сказать, да, я, наверное, здесь самый старший. И вот новое поколение, да, 20-летних, да, там уже совершенно другая культура. И многое из того, что в нашем, там, в нашей молодости считалось... как сказать, не самым лучшим, да, или как-то это, ну, много было, скажем так, мифов и легенд, да, то сейчас гораздо поколение новое, такое более открытое, менее зашоренное, да, и, то есть больше готовы, вот как бы, ну, более открытость, так скажем, да, ну, мне кажется, так, по крайней мере. Ник, ты это подтвердишь? Да, я подтверждаю, потому что со мной такое редко случается, но я наслышана о том, что много всяких таких, что, о, она же блондинка или что-то типа такого, но в жизни, в реальности мне очень редко такое попадается, когда так оценивают. Слушайте, да, ну, здорово, я согласна, что, здорово. Кстати, вот такие оценки обычно происходят от людей более взрослого поколения. Ну, мы расскажем, и как сами взрослые, и будем стремиться к молодежи на самом деле, в том числе и как выглядеть хорошо, и с тем, чтобы быть более открытыми. Я хочу сказать о чем, что у нас на самом деле есть классный второй розыгрыш, да, то есть есть один розыгрыш у нас в Hair Faberlic, надеюсь, вы уже подписались, и у нас в рамках нашего эфира мы тоже придумали розыгрыш, да, то есть получается, что мы задумали слово, и мне Катя будет помогать сегодня, она будет показывать по одной букве, и нужно будет составить это само слово, которое связано непосредственно с блондинками, и написать его под постом с прямым эфиром. Вот как эфир закончится, будет пост, да, он есть сейчас, и вот под ним нужно писать это слово. Писать можно неограниченное число раз. Мы 29 октября определим победителя по формуле. Мои коллеги сказали, что все знают, что это за формула, поэтому, если что, пишите. Я думаю, что мы раскроем этот момент. Да, первая буква нашего слова – это буква О. Отлично. Так что собирайте это слово, и дальше будем двигаться. Что могу сказать еще? Что количество комментариев не ограничено. У нас будет 3 победителя, и получается, что приз у нас это набор Blond Icon из 3 продуктов. Это шампунь, бальзам, сыворотка. И как с ними работать, как их использовать, для чего они нужны, в чем их преимущество. Об этом, о всем я расскажу сегодня. И, собственно, мы протестируем, попробуем, покажем, как это вообще все работает. И итоги подведем, повторюсь, 29 октября. Итак, что, как сказать, вопрос такой по сценарию, да, у нас.
не надоело ли быть блондинкой на самом деле, не хочется ли, знаете, поменяться. Я даже могу сказать по себе, но я вот волосы еще не красил, но бывают жизненные моменты, когда ты хочешь, знаете, вот прям постричься. Да, вот у меня обычно так бывает, что ты чувствуешь, что что-то ты изменился в чем-то, и вот точно надо там что-то изменить, что какую-то вещь купить, деталь гардероба изменить, но именно показать себе или, может быть, даже уже миру, что ты изменился. У меня раньше были длинные волосы, как у Ники примерно. Когда я первый раз их отстриг, коллеги просто были в шоке, если честно, потому что так привыкли за несколько лет, что я всегда вот с длинными волосами. А просто что-то изменилось. Бывает ли такое вот с цветом волос, да, когда вот, может быть, надоедало, может быть, был брюнет? Знаете, да, у меня есть история. Я в юности, когда только поступила в университет, решила, что надо как-то изменить свой образ и перекрасила волосы в розовый. А, честно говоря, это была да, невероятная ошибка, потому что я потом этот цвет очень долго выводила, и поэтому сейчас больше никаких экспериментов с волосами. То есть я хожу к своему мастеру, я ничего не делаю, просто все, все, спасибо, я наэкспериментировалась. Ну, как раз по поводу ухода я тебе расскажу, да, то, что, ну, как сказать, это, на самом деле, правда, многие ходят за блондом к мастеру, это действительно сложный цвет, как бы что скрывать, но все-таки надо понимать, что главная ответственность за качество волос ложится все-таки на каждого из нас, каждую из вас, именно что уход домашний, да, и, конечно, вот продукция для этого есть, да, чтобы действительно волосы были красивые, блестящие, здоровые. Ника, у тебя как с этим? У меня очень много экспериментов с волосами было, и с блондом, и до блонда. Я и в детстве, то есть это где-то период подростковый, я красила голову просто, что я только не делала, и рыжий, и хной, что, кстати, очень важно, я узнала не так давно, что очень важно всем блондинкам, вообще кто собирается краситься и нормальный оттенок иметь, не нужно делать хну, то есть вообще никак, особенно блонд, потому что он может выйти в зеленый цвет. Да-да-да, кстати. Вот, и это очень прям very important. Что касается еще экспериментов, то я красилась розовый тоже, но у меня был натуральный цвет мой был, поэтому вымылся он хорошо, потому что не покрашенные были волосы, так бы, конечно, он остался пигмент. И я как-то забрила даже полголовы, потому что такая была подростковая моя. Ну, я здесь, если честно, когда вот, ну, правда, когда же к нам приходит обратная связь, там, ну, мне кажется, порой люди выбирают шампунь, как будто бы, ну, не знаю, жениться собираются или замуж выходить за него, да, как бы, как будто бы не поменяешь. В этом смысле я могу сказать одно, что, конечно, крайне важно при окрашиваниях, при любых процедурах беречь корни волос, а в остальном все-таки моя жизненная позиция какая? Что волосы все-таки это не зубы, они вырастут, да? И если ухаживать, если с корнями заботиться и так далее. Ну, я, это, может быть, смешно звучит, вот, но мне кажется, надо, знаете, когда-то иногда к жизни отнестись чуть проще, да? Что действительно, вот с кем жить, там, за кого замуж выходить, это правда, ну, значимые события. Вот, и то, как бы, некоторые это делают несколько раз в жизни. А вот что касается волос, как раз это то, что можно менять действительно вот по настроению и чаще, так далее. Чаще, чем мужа. Да, ну, 100% чаще, чем мужа. Это добавляет настроение, как выражаться. Ну, конечно, конечно. Ну, потому что мы же живем, мы хотим себя проявить. И в этом смысле, там, ну, макияж, маникюр, волосы, это как раз, ну, то, что, собственно, и формирует. Я хочу попробовать как раз хны сказать отдельно. У нас был прямой эфир, и у нас он есть на телеканале нашем YouTube Faberlic TV про окрашивание. Там есть прям вот отдельный урок, не урок даже, отдельный вот прям эфир «Домашнее окрашивание», где я озвучиваю главные ошибки. И вот про хну — это, правда, очень важный момент, что если вы окрашиваетесь хной, и потом вы решаете перейти все-таки в какой-то цвет и окрашиваться, то цвет нужно брать либо такой же, либо темнее. В таком случае, как бы с корнями и с полотном все будет хорошо. А вот действительно то, что если начать осветлять волосы или делать более светлый тон, то, конечно, здесь, как бы, здравствуй, зелень, вполне может случиться. Это, конечно, ну вот крайне важный момент. Особенно блонд. Особенно, да, особенно если пытаться высветлить волосы. Очень то интересно, есть, я вот, например, об этом не знала. Ну, хна, как бы, в ней, у нее есть свои преимущества, я знаю, что есть свои поклонники, даже среди моих коллег, кто вот всегда пользуется именно хной, но это такой момент, что все-таки это, ну, то есть, мы будем честны, все-таки нет универсальных средств, которые бы всем бы подходили. Все-таки нужно, как сказать, ну, подбирать, да, кому-то хна хорошо, кому-то попробовали, поняли, что не идет, хочется перейти в краску. И есть все-таки эти моменты, которые нужно учитывать. Опять же, хна дают там несколько оттенков, сейчас уже их больше, там, типа в красный, в темный, там, ну, такие варианты, да. Но, а вот именно благородный, глубокий цвет все-таки хна не дает. Да, все-таки краска здесь, ну, имеет преимущество. Хотел спросить, а все-таки есть ли какие-то ваши лайфхаки, как вы ухаживаете за своим блондом, за своими волосами? Есть ли вообще у вас этот пунктик, что лично у меня именно блонд, и я, соответственно, конкретно для блонда подбираю продукты? Да, конечно. Я обязательно пользуюсь вот шампунем и уходом с фиолетовым пигментом.
Не каждый раз, когда мою голову, но где-то раз в неделю обязательно. Ну, теперь, Катя, у тебя есть возможность. Да, на самом деле я давно ищу именно свой шампунь с фиолетовым пигментом, потому что очень часто сушит волосы, и ты просто после мытья волос как будто бы солома. Это прям вообще невероятная проблема. Я надеюсь, что сегодня мы эту проблему решим. Ну, конечно, да. Я думаю, что мы не будем уже, сказать, тянуть эту историю, да, и все-таки хочется уже действительно сказать, что мы запустили эту серию Blonde Icon, и я скажу честно, что это действительно, вот почему я этим особенно горжусь, да, что это вот действительно был полноценный, большой, сложный проект, который я запускал прямо от нуля. То есть я вот когда пришел в компанию, там, чуть больше года назад, да, какие-то вещи там запустили, быстро что-то сделали, там, сезонную коллекцию, там, в эксперте запускали, да, Арису, да, то есть я уже все-таки получил там более готовый продукт. А вот Blonde Icon реально была разработка с нуля и в дизайне, и вот как бы сама формула, да, и вот действительно, во-первых, было очень много обращений со стороны наших потребителей, да, что почему у вас его нет, мы покупаем там где-то в другом месте. А потом был вопрос о том, что все-таки многие девчонки жалуются, что если они используют фиолетовый шампунь, то волосы обламываются. Я, кстати, покажу сегодня вот на Нике, как это происходит, из-за чего это случается вообще. И задача была сделать шампунь действительно впервые серию достаточно доступным в самом сегменте, с премиальной формулой, которая будет не просто волосы оттенять, да, убирая желтизну, а все-таки будет их восстанавливать. Потому что действительно у блондинок есть эта специфика, что все-таки вследствие осветления волос, да, получается вот это вот травмирование волос. И они из-за этого пересушиваются, начинают ломаться, и в итоге уходит длина. Я вижу блондинок, у которых достаточно много волос все-таки находится при корневой зоне, и очень мало волос уже вот на длине. Это происходит потому, что действительно вот они раз обесцвечивают, другой раз обесцвечивают, и если даже это наложение, вот мы тоже с Никой это сегодня обсудили, то волосы начинают ломаться. Я хочу, чтобы вы посмотрели нашу серию, я покажу нашим зрителям, да, что в 16-м каталоге, который выходит у нас с понедельника, эта серия будет представлена впервые. Я знаю, что для наших VIP-консультантов она уже была доступна, и я даже получаю хорошие отзывы. Поэтому здесь, что называется, ну, я горжусь и действительно могу об этом смело говорить. Вот такой смелый дизайн, вот такая у нас роскошная блондинка. Это была очень крутая съемка, на самом деле. И мы, к сожалению, не сняли ничего для сторис, но действительно снимать вот с блондинками работать, на самом деле, одно удовольствие. Ну, что скрывать? Какие обаятельные. Ну, вообще, да, на самом деле, в этом есть какая-то своя магия, и я вот даже не буду этого скрывать. Так, это я показал. Хочу, чтобы, девчонки, вы оценили, знаете, что все-таки аромат продукта, да, потому что тоже я сейчас вот понимаю, что насколько важно девчонкам. Да, кстати, да, вот это еще одна проблема, что обычно у шампуня и ухода с фиолетовым пигментом очень специфичный запах. Не знаю, немножко аммиачный, что ли, что-то вот. Ну, бывает такое на самом деле, потому что все зависит от того, каким образом мы добиваемся вот этого эффекта нейтрализации желтизны. Да, и мне кажется, как раз когда мы показываем будет шампунь в действии, я о нем подробнее расскажу. Как вам аромат, девчонки? Вкусно пахнет. Очень, да. Потому что я, на самом деле, ну, к сожалению, вот я знаю, что в магазин девушки приходят, я и сам это вижу, открывают шампунь, нюхают, да, и понимают. Да, потому что очень большой шлейф некоторые запахи оставляют, это, ну, сбивает. Или если не нравится, как ты пахнешь от волос, все время с ними контактируешь. Ну, это да, и на самом деле, здесь мы, как сказать, это работа с отдушками, это такая отдельная большая история. Как вы думаете, кстати, хотела я вас вопрос спросить, как вы думаете, в какой стране мира больше всего процент блондинок? Россия, наверное. Бинго, да. Мне кажется, действительно, что вот так блонд, как у нас, никто так не любит. А вот есть у вас версии? Второе, третье место, кто может быть? Ну, думаю, что это какие-то скандинавские страны. Белоруссия, может быть, еще. Вот да, кстати, вот Норвегия, да, и Германия. На самом деле, действительно, что там, видимо, и генетически это предрасположено. Да, там же натуральные. И я думаю, что не скрывать, что в Германии очень много и наших соотечественниц, которые там тоже приехали, да, вот с этой культурой роскошного, красивого блонда. Кстати, хотел сказать, что на самом деле есть такие прогнозы, да, что в течение ближайших 200 лет количество блондинок, блондинов станет гораздо меньше, именно потому что вот доминирующий, так сказать, есть признаки генетические, рецессивный и доминантный. И вот темный цвет волос, темный пигмент, он является доминантным, и постепенно количество блондинок будет, или блондинов, меньше и меньше. И в этом смысле, конечно, наверное, мало кто из нас через 200 лет сможет это проверить, но очевидно, да, что как бы знания о том, как правильно ухаживать за блондом, они будут, что называется, актуальны. Так, я хочу сейчас что сделать? Мне кажется, пришло время для второй буквы. Верно, да, Катюш? Да, это вторая буква R. Да, отлично.
И я хочу тоже напомнить еще раз, что у нас есть аккаунт в Instagram, наш новый, это hairfaberlic, в котором у нас запускается сегодня конкурс. Мы разыгрываем 10 наборов Blonde Icon для блондинок. Ну, можно выиграть для себя, можно там для мамы, для подруги. Соответственно, там количество комментариев тоже не ограничено. Упоминайте своих двух подруг. Очень простая механика, все ее знают. Так что поспешите подписаться и участвовать в розыгрыше. И также у нас есть свой конкурс, да, который, с которому Катя показала букву R. Напоминаю, что вы смотрите наш эфир до конца. И потом под постом с эфиром пишите в комментариях то ключевое слово, связанное с блондинками, которое мы загадали. Мы разыгрываем здесь 3 набора и итоги подведем 29 октября. И я немножко добавлю, пост будет ВКонтакте. Да, ой, да, спасибо большое, Катюш. На самом деле у нас, да, идет параллельно же трансляция, она идет у нас и в ВКонтакте, и в Инстаграм, и даже, может быть, в Ютубе, да? Ну, я хочу сказать, что наши коллеги, даю, хочу прям большую благодарность, на самом деле, сказать нашей команде, да, которая из раза в раз делает это все круче и круче, привлекает новых зрителей, привлекает новые каналы, в том числе ведем параллельно в Инстаграме эфир. Это, конечно, очень круто и, что называется, градус повышает. Я предлагаю сейчас пойти Нике постепенно готовиться к мастер-классу, и мы сейчас ее догоним. Рустем, расскажи, пожалуйста, а почему вообще нужно использовать шампунь с фиолетовым пигментом? Смотрите, очень просто. На самом деле при осветлении волос, что происходит? У нас есть, у многих из нас в волосах есть желтый пигмент, да, как бы ну, мелатонин, там есть вот темные такие-такие. И при осветлении он проявляется. Очевидно, что чем больше ты осветляешь волосы, тем меньше будет желтого пигмента. Но, что называется, мы как раз увидим на волосах Ники, да, как это вот происходит. Но желтый цвет так или иначе присутствует, хотя бы в прикорневой зоне он обычно вот более проявлен. И по закону цветового круга Итона у нас противоположные цвета друг друга нейтрализуют. То есть если даже посмотреть вот сейчас в каталоге в нашем, то здесь я вам покажу, есть вот это изображение, да, вот здесь оно, где вот круг Итона цветовой, да, ну, по-разному называется просто цветовой круг, если будет вам интересно, поищите. Да, между прочим, я добавлю, мы в школе стилистов наши прекрасно используем цветовой круг для составления образов. Ну да, да, это на самом деле вот... Очень универсально. Мы думаем зачастую, что есть какие-то невероятные какие-то чудеса, да, которые там мы сами открываем, но по большому счету и цветовая история имеет прям ну, научное обоснование на самом деле. Ну, здесь видно, да, что желтый и фиолетовый противоположные, в результате использования шампуня он тонирующий, действительно, это пигмент, точнее, как сказать, краситель фиолетовый, да, который просто, как сказать, ну, подкрашивает волосы немножко, и в результате наложения на желтый цвет он дает на выходе холодный серый цвет, ну, платиновый, да, и поэтому это будет для платиновых блондинок. Я отмечу, что не все блондинки все-таки любят быть платиновыми, холодными. Да, холодный блонд, он самый трендовый, он самый дорогой считается, и, в общем-то, в целом все его любят, ну, в основном его любят, да, но если у вас теплый блонд, соответственно, вам как раз ну, не нужен этот фиолетовый шампунь, вам нужен все-таки использовать другие продукты. Да? Здесь в этом смысле даже наш бальзам подойдет, потому что действительно он как бы именно вот дает то восстановление, там очень большая концентрация действующих веществ, о которых я вот там уже чуть позже расскажу. Это и кератиновый комплекс, это сапфировая пудра. Вот, соответственно, они дают действительно это вот питание, дают этот результат. Вот. И на самом деле получается, что если даже вот вы покупаете набор, да, работаете, фиолетовый шампунь у вас есть, вы вот в нашем случае можно им пользоваться, на самом деле, регулярно, там, ну, там 2-3 раза в неделю, да, в зависимости от ежедневно. Регулярности, там, можно, в принципе, ежедневно, но надо что смотреть, это же зависит главным образом все-таки от интенсивности проявленности желтого пигмента именно в ваших волосах. То есть, если, например, вы покрасились в какой-то платиновой оттенке блонда, вы можете пользоваться поначалу там, 1-2 раза в неделю фиолетовым шампунем для того, чтобы смывание цвета немножко притормозить. Потому что, на самом деле, ну, будем честны, вот мы ну, окрашиваем волосы, да, и в течение какого-то времени краска смывается. И на самом деле, зачастую в чем проблема, что смывается краска с волос быстрее, чем растут корни. То есть, допустим, уже через 2 недели оттенок уже подсмылся, но корни еще так сильно не отросли, и как бы еще рано идти окрашиваться, да, и вот это есть период времени, когда как бы и корни вроде еще не совсем готовы, вот, и, как скажем, ну, окраситься уже как бы рано, да, и в этом смысле фиолетовый шампунь как раз позволяет нам в течение времени все-таки как бы продлить этот эффект холодного блонда, но если уже желтизна появляется, тогда мы начинаем наносить шампунь, держать его подольше, использовать его регулярнее. Вот как бы это такой простой лайфхак, который нужно просто следить за состоянием волос.
И в этом смысле получается, что наш шампунь подходит для ежедневного применения, потому что там сбалансированная мягкая формула, и совмещая его с бальзамом, с сывороткой, мы получаем наилучший результат. Наши друзья показывают, что мы можем перейти уже к процессу демонстрации продукта. Так, я возьму с собой телефон. Так, мы проходим здесь. Целая наука, как правильно пройти и встать в кадр, так, чтобы всем было удобно, все было красиво. Так, ну что, мы тогда не будем... Давайте покажем третью букву. Да. Это третья буква М нашего секретного слова кодового. Угу. Так, Ник, ну что, мы начинаем тогда, что мы будем показывать, как мыть голову. Угу. Тут, да, давай я помогу тебе. Аккуратно, да, 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 да. И смотришь вверх. Собственно, никакого здесь большого секрета нет, но я хочу показать, мне, я сегодня увидел когда Нику и сказал, что реально модель у нас роскошная. Кроме того, что творческий, интересный человек, с которым всегда приятно работать, здесь вот прямо на волосах очень хорошо видна вот эта структура. То есть что мы видим? Что Ника в очередной раз, когда осветляла волосы сама, либо там, может быть, в салоне красоты, это мы еще можем потом спросить, что при осветлении корней, вот эта часть видна, какая-то часть осветляющего средства была нанесена на длину. То есть мы видим, очевидно, да, что у нас с вами длина более высветлена, корни более желтые. Это нужно учитывать, что получается, что вот как раз вот здесь у нас с вами происходит облом волос в процессе жизни, да, потому что они более, как сказать, более разрушены, более обезвожены, более сухие. Пористые, наверное, еще, да? Ну, конечно. То есть вследствие того, что просто получается что? Что в результате взаимодействия начинают приподниматься чешуйки на волосах кутикула, соответственно, они поднимаются, опускаются, начинают отваливаться. На самом деле, я хочу сказать честно, что даже вот проводились исследования, что на длине волос больше, чем 10 сантиметров, концы уже идут с повреждением. Uh-huh. То есть всем девушкам в любом случае нужно волосы в этом смысле восстанавливать. Но когда мы начинаем еще обесцвечивать их, да, достаточно интенсивное воздействие, то мы начинаем терять этот кератин, эти кератиновые чешуйки. И в этом смысле, чем прекрасен, собственно, наш продукт, наше средство Blonde Icon, да, что мы добавили туда биомиметический кератин, это Kerastor 2.0 комплекс, который имеет умную формулу, она, как скажем, определяет по там, электронному заряду, uh-huh. определяет места, где волос разрушен, неважно, на корнях это или на концах, и встраивается на место разрушения, то есть как бы он достраивает структуру волос, и он как бы не дает такого эффекта накопления утяжеления волос, но при этом он все-таки дает именно вот как вот это ощущение плотности, ощущение объема волос, а блондинки, что скрывать, от этого страдают. Yeah. Ник, сейчас я одну секундочку подберу воды, да, чтобы... Да, точно. Спасибо, что ты мне об этом напомнила. Да, мы подложим полотенце, чтобы наша Ника, как сказать, нынче погода такая, чтобы не простыла. Так, одну секунду, я помогу тебе. Mm-hmm. Угу, давай. Одну секунду, можешь чуть-чуть приподнять? Mm-hmm. У нас, конечно, мастер-классы все сложнее и сложнее. Начинали мы с... Ой, так, секундочку, сейчас я подберу, чтобы и было хорошо и Нике, и не так шумно. Один момент. На самом деле у нас действительно, вот, ну, я, честно сказать, очень доволен, потому что, я думаю, вы помните наши прошлые эфиры прямые, uh-huh. где мы просто-напросто это делали ну, в квартире у нашего коллеги, даже вот, ну, там, без мойки. Это было окрашивание, окрашивание корней. И, конечно, так, одну секунду, что не очень получается найти здесь нормальную температуру. Вот, и я прям, ну, реально мечтал, что у нас была бы возможность провести мастер-класс нормально, да, вот, действительно, в хорошей студии, где можно воспользоваться и раковиной, и мойкой. И действительно, вот, ну, сейчас это тот момент, когда мы, вроде бы, простая история с мытьем головы, но именно этот секрет хочется мне показать. Так вот, наконец-то мне удалось справиться. Ник, вода немножечко холодновато. Тебе как? Комфортно, терпимо? Сейчас мы аккуратно нанесем. Рустам, честно говоря, я очень хочу услышать от тебя какие-то общие рекомендации. Может быть, как нужно правильно мыть голову. Куда надо наносить шампунь, как пользоваться бальзамом. Это же все невероятно какие-то тонкие нюансы имеет. На самом деле я согласен, что здесь вроде бы нет ничего такого сложного, но важно понимать, что если мы занимаемся волосами, все-таки мы их, как скажем, то есть что важно здесь, да, что волосы мы не стираем. Как правило, если волосы, например, даже не окрашены, то есть мы берем шампунь, вспениваем в руке, сейчас, в принципе, я даже это покажу, да, то есть, кстати, вот здесь у нас будет возможность показать фиолетовый пигмент наш.
фиолетовый шампунь, да, то есть мы его обычно вспениваем в руке и обрабатываем кожу головы. И уже когда мы смываем просто с кожи головы пену, у нас с вами автоматически промывается длина волос. То есть длину здесь, волос мы не трогаем. Мы ее не трогаем, если нам не нужно ее тонировать. В нашем случае немножко другая история. Я хотел здесь что показать, что все-таки у нас с вами, вот еще раз, да, пигмент. И я здесь постараюсь сейчас все-таки в случае с Никой немножко сделать акцент на именно корни волос, да, то есть то, что у нас они более желтые. Получается, что здесь было бы нам, как сказать, важнее именно дать больше нейтрализующего эффекта для корней волос и уже по остаточному признаку дать на длину, потому что в случае с Никой у нее и так уже концы достаточно белые, достаточно светлые, да? То здесь это надо аккуратно делать, здесь, может быть, вы дома справитесь сами, как это делать. Здесь я сейчас Нике покажу, помогу, как это сделать. Что важно? Все-таки это действительно. То есть что делает наш продукт таким эффективным? Мы кладем достаточно высокой концентрации, фиолетовый пигмент. Это означает, что когда у вас в процессе работы с продуктом попадает он немножечко там куда-то на ванной, на бортик ванны, на половый, чуть-чуть добавили, то есть нужно сразу смывать. Потому что реально, это действительно реальный пигмент. Да, это действительно, кстати, проблема. Да, вся ванна всегда после мытья головы такая фиолетовая. Ну, я здесь не вижу большой проблемы, просто все-таки я хочу сказать, что это нужно быть просто внимательным. Да, для того, чтобы это сделать нормальным образом. Я хочу сказать, что вот я сейчас работаю без перчаток, как бы, да, это ну, не так это может быть опасно, страшно. Все-таки, смотрите, если вы, например, имеете белый маникюр, то там, конечно, вот эта фиолетовая история все-таки имеет место быть. Да, вы можете их немножечко оттонировать, если вам этого не очень хочется, имейте это в виду. В целом, при использовании там два раза в неделю, это как бы я даже вам ну, на руках своих покажу, да, как это будет выглядеть. Так, одну секунду, Ника, можно идти? Еще чуть-чуть возьму. Ну, да, давай, откидывайся. Все-таки покажу, да, как это вот на руках будет выглядеть, и вы для себя решите сами, насколько для вас это важно и удобно. В целом, конечно, мы обычно ну, рекомендуем, и вы действительно в каталоге вы это прочитаете, в описании продукта, что нам все-таки необходимо использовать перчатки. Это на ваше усмотрение. Скажу по секрету, что мы подготовили новый продукт еще, мы ждем уже сейчас ингредиенты. Это будет маска для осветленных волос, она будет давать и нейтрализацию желтизны даже будет как более интенсивной по своему действию, и будет там керастор для того, чтобы сразу восстанавливать волосы. Там, конечно, будет более высокая концентрация, я, конечно, там уже буду рекомендовать действительно использовать маску, использовать перчатки, да, но в случае с маской шампунем. Все-таки эта история там, ну, раз в неделю, например, да, шампунь это ежедневно, я думаю, что тут перчаток не напасешься, чтобы это мыть. По сроку экспозиции, смотрите, в зависимости от интенсивности желтизны, как я уже говорил, да, это можно сделать чуть быстрее, это можно сделать чуть медленнее. Надо ли оставлять шампунь на волосах? Вот я как раз об этом и говорю, да, что в принципе 1-5 минут – это вот время, которое необходимо для того, чтобы пигмент дал свой результат. И я что еще отмечу, что если у вас сильно обесцвеченные волосы, я бы здесь, честно говоря, слишком долго бы не держал на концах, потому что они действительно могут подтонироваться. Почему это происходит? Потому что там волосы более разрушенные, и они более пористые. Более впитывают. Да. Я вот начну сейчас потихоньку уже смывать длину, да, чтобы кончики у Ники не слишком зафиолетились. И чуть-чуть подольше подержу на корнях, да, для того, чтобы действительно был этот результат. В принципе, уже даже сейчас, если вот на крупном плане видно, да, что волосы начинают тонироваться, да, то есть я вот понимаю, что долго, сильно долго держать не нужно. Это видно, да, то есть как происходит это. И здесь нужно что понимать, что это все еще зависит от типа волос. Потому что если у вас, например, кавказский тип волос, да, он такой более плотный, более толстый, более густые, там, конечно, подержать иногда нужно будет и подольше. Если волосы все-таки у вас, как вот Ника как раз, о чем она говорит, что у нее родной цвет блонд, и по правде говоря, у блондинок, ну, честно говоря, волос не очень много. У природных, да, то есть это действительно это проблема. Они, как правило, тонкие, как правило, они... Так сказать, могут быть густые, но именно за счет того, что они тоненькие, как правило, нет такого объема. И в этом смысле, вот, кстати, я уже даже вижу, да, как это все отработало, поэтому я смываю. Дома вы уже посмотрите. Вот здесь действительно еще чем хороша Ника как модель, да, что действительно ее типе волос эффект продемонстрировать гораздо проще. Дома же наши клиенты, наши консультанты
могут за счет того, что будут держать дольше на волосах, да, добиться нужного эффекта. Все-таки здесь я вот не советовал бы сам шампунь как маску держать долго, потому что все-таки там есть фавы, да, это, как сказать, моющие, да, вещества. Вот, но то, что касается именно вот маски в будущем, там, конечно, совершенно другая рецептура. Здесь видно, пожалуйста, да, что волосы у нас даже уже сейчас видно, что они подтонировались. Очень видно. При следующем мытье головы вот этот вот подтон, он немножечко подсмоется, и здесь уже Ника сама решит, потому что, конечно, мы ее без блонд айкона не отпустим, и она сама решит, что же ей в итоге использовать. Один момент. Сейчас как раз самый важный момент для любой блондинки, да, которая хочет иметь хорошие волосы. Это все-таки использование бальзама. Здесь действительно, знаете, кстати, вот по рукам, да, сейчас будет видно по моим, может быть, да, что есть небольшой фиолетовый оттенок. Как бы меня он не сильно смущает, потому что там в течение дня мы сейчас все моем руки просто бесконечное количество раз. Да, антисептик. Я думаю, что цвет будет быстро уходить. Я чуть больше взял бальзама, да, сейчас, чтобы, как сказать, нести это быстрее. В чем особенность бальзама? Да, что все-таки у нас необходимо волосы восстанавливать по всей длине. И вот как раз здесь акцент нужно сделать конкретно на кончике. Конечно, волосы, пока у нас мокрые, я их не расчесываю. Я вот просто распределяю по всей длине. И мы увидим этот результат уже после первого применения, на самом деле, насколько волос становится лучше. Надо ли наносить на корни бальзам? Конечно, здесь совершенно не, это не является проблемой. Есть этот миф, да, что чуть меньше. Здесь, вы знаете, на самом деле важно понимать свой тип волос. Тут нет одного правила. То есть, если волосы, например, как бы жирные, да, то здесь, конечно, мы посоветуем чуть меньше делать акцент, да, и больше на длину. Но в целом, если кожа головы нормальная или даже сухая, то это кондиционирование, оно, на самом деле, оно пригодится. Я знаю, что много, когда часто, когда, допустим, перхоть у людей, они бальзамом не пользуются. Ну, типа, что он там не помогает, но я не могу сказать, что это правильно. Все-таки полотно волос, оно имеет свой, ну, как бы свою потребность да, в том, чтобы восстанавливаться. В чем фишка еще маски, да, что в зависимости от того, какой эффект вы хотите или сколько есть у вас времени, вы можете подольше подержать, там, вплоть до 10 минут, для того, чтобы дать возможность вот за счет времени экспозиции продукту восстановить волосы. И это вот, как сказать, на самом деле самый важный этап во всем процессе. Так, смотри, что волосы не забыть, чтобы все за всеми волосами поухаживать. Здесь у нас у бальзама небольшой такой фиолетовый оттенок, но, скажу честно, он не тонирует, да, он все-таки такой больше, вот, чтобы быть в гамме одной во всей линеечке, да, он дает такой красивый эффект. Вот, вы видите, даже вот по волосам, мне кажется, уже сейчас вот видно, так сказать, ну, мне, по крайней мере, по ощущениям, да, что действительно становится лучше, немножко, ну, еще мне отходить. Кажется, что они становятся более гладкими, вот я отсюда... Это 100% на самом деле, и как раз вот, когда мы достраиваем кератином структуру волос, они становятся более, как бы, завершенные, более цельные, и за счет этого формируется блеск. Потому что вот такого, знаете, сияния, как звезды сияют, так волосы, конечно, не делают. Все-таки там вся история про блеск волос, это про отраженный свет. И, соответственно, чем они более гладкие, тем больше они отражают света. А сколько держать надо бальзам? Бальзам мы держим от 3 до 10 минут. Соответственно, если волосы сильно повреждены, да, можно чуть подольше. На самом деле, я думаю, даже что в первое применение этого бальзама, вот действительно, это можно прямо как масочку сделать, да, подольше подержать. Для того, чтобы они восстановились, для того, чтобы они хорошо выглядели. Нет, мне очень нравятся волосы. А, кстати, что еще важно? За счет того, что кератор достраивается вот по волосам, по длине волос, он дает увеличение объема до 5%. То есть каждый волосок в длине немножечко увеличивается. Вот 5% вроде бы это немного, если про ВВП не и говорить. И в толщине тоже? Да, так это речь, конечно, в толщине, но не в длине же, Катюша. Ну, может быть, такой волшебный бальзам. Нет, он именно все-таки, да, увеличивает именно толщину волос. Соответственно, все-таки получается за счет этого и чуть-чуть более объемная, немного более объемная прическа. И они как бы и прикорневой объем формируется. То есть это такой, знаете, заметный эффект. Чего не хватает. Да, да, чего как раз именно не хватает. И, как сказать, это, так скажем, может быть, чуть-чуть, так сказать, побочный эффект, условно говоря. Но он действительно такой, который нужен. Потому что мне очень нравится результат в волосах Ники. Я, что называется, прям вот с первого взгляда говорю, эта модель просто для нас идеальная сегодня, когда мы сможем показать. И цвет, слушайте, цвет волос роскошный, на самом деле. Запах очень приятный. Запах, знаете, вот, мне кажется, в процессе создания продукта есть два самых сложных этапа. Это сделать какой-то красивый, уникальный дизайн, и это, собственно, подобрать запах. Потому что действительно так, чтобы это нравилось, чтобы было не похоже на другие продукты, чтобы все-таки вот это, знаете, была эстетика. Потому что, ну, что скрывать, у нас, ну, особенно сейчас,
очень стрессовый период жизни, и хочется вот немножко как-то разнообразить. И вот порой вот такие простые маленькие радости, да, как вот приятный аромат ванной, они способны дать настроение хотя бы вот, ну, до утра, хотя бы до обеда. А там пообедали, и уже, что называется, все гораздо лучше. Так, и ну, до ужина можно дожить. Да, сейчас мы немножко волосы, Ники. Мне очень нравится эффект, знаете, прям роскошно на самом деле. Здесь всегда есть такой, знаете, риск небольшой в том, что ты ведешь прямой эфир, и вдруг что-то не получится. Ну, но поскольку эти продукты создаю я, и я с технологами работаю, здесь я, конечно, понимаю, что все хорошо. Это тот самый действительно, знаете, бывает, что скажут, типа, это образец там какой-то специальный. Можно, Ник, я возьму тебе полотенчик, и тебе волосы сейчас подсушу. Но у нас это действительно наши, собственно говоря, производственные наши продукты. Так, можно еще чуть-чуть я возьму? Так, сейчас один момент, да. Так, там вроде все сухо, один момент. Я хочу волосы Ники подсушить и нанести третий, так скажем, этап. Как да? Правильно сушить волосы? Нам необходимо, чтобы волосы, что мы делаем? То есть мы их, по сути, промакиваем. Это крайне важно. То есть здесь можно вот так промакнуть корни. Есть такой лайфхак, мне он не очень нравится. Но так вот я есть могу так... чуть представить, да? Да, но здесь мне единственное, что не очень, потому что я не могу до тебя дотянуться. Тебе неудобно, да, уже просто сидеть? Да. Так, я понимаю. Так, ну у нас сейчас буквально две минутки, Ник, и мы тебя отправим сушиться. На самом деле есть такой лайфхак, что можно, допустим, футболкой старой, хлопковой, да, волосы промакивать. Мне кажется, это не очень эстетично, поэтому я предлагаю все-таки завести хорошее полотенце, да, и им заниматься. Вот сейчас что мы сделали? Смотрите, мы с вами оттонировали, даже цвет уже сейчас, да, видно. Конечно, корни были более интенсивно желтые. Здесь да. У нас в условиях эфира мы не можем прям отдельно корни долго держать. Но вы это можете делать дома, да, то есть вы видите, что эффект есть. И сейчас, кстати, еще что важно, что, на самом деле, для блондинок это не так критично. Потому что просто, как сказать, от природы это более правильно, более эстетично, когда корни чуть темнее. Это выглядит более естественным образом. Как будто бы ты побывал на море. Да, и в этом смысле, если сильнее осветлять корни, чем полотно волос, да, это как раз выглядит как раз вот неправильно, некрасиво. Так, наш третий этап – это сыворотка. Сыворотка Blonde Icon. Ее задача как раз уже после восстановления волос их защищать. То есть там есть также и керастор, и сапфировая пудра. И другие, да, полезные вещества для того, чтобы волосы защитить. Защитить их в процессе, собственно, на, ну... На всю длину наносится? Да, я ношу на всю длину, особенно когда у тебя такие волосы достаточно сухие, на все полотно. В корни мы не втираем, все-таки это не для корней волос, да. Но мы, конечно же, как бы вот в целом я могу сказать, что вот так я нанес на все волосы, да, он немножко сейчас как раз влажный, хорошо распределяется. Но я вот прям, что касается кончиков, вот посильнее добавлю. Там вы уже, конечно же, смотрите по своему состоянию волос, насколько вам много нужно этого продукта. Да? То есть здесь и в чем еще его преимущество, что его можно носить не только вот так вот после мытья головы, да, но можно также сделать это в течение дня. Ну, то есть после... А что делает сыворотка с волосом? Во-первых, сыворотка, она его, как скажем, немножко обволакивает, защищает полотно волос, не дает ему вот именно подвергаться такому стрессу от окружающей среды. Так, Ник, все, мы, в принципе, все нанесли. Мы тебя отправляем волосы сушить. Так, отлично. Все? Да, все, супер. И сыворотка, смотрите, в чем фишка, что у нас все-таки вот мы голову помыли, там бальзам, шампунь, все дела. Потом у нас все равно, то есть мы идем на улицу, мы волосы чешем, мы... Солнце, да. Да, солнце, там, фен, пыль, да, мороз. Сейчас, какое солнце, о чем мы говорим? У нас сейчас начинается, как сказать, зима пришла, и там, не знаю, полгода... Это будет под перепады, то есть это будет из получается... Из теплого помещения в холодное. Из теплого в холодное, улицу. Это батареи, это постоянное вот это сушение волос. Я, кстати, вот хочу сказать, что даже для вот просто себя там нужно там увлажнитель иметь такой-то, да, там в квартире. И получается, что волосы этим подвергаются. Когда мы сыворотку наносим с утра, то есть мы ее защищаем, немножко закрываем кутикулу, да, для того, чтобы она вот, как сказать, берегла. Плюс к этому, то есть керастор, понятно, работает, да, то есть тоже восстанавливает волос. И плюс, когда мы в течение уже... там рабочего дня, да, то есть волосы все равно что имеют там, они чуть-чуть распушатся, после шапки, да, например, да, да. Да, потом электризация бывает, да, то есть тоже так дыбом стоят. Соответственно, сыворотку нанесли, на кончики акцент, для того, чтобы волосы немножко собрать, да, для того, чтобы они вот, ну, как сказать, чувствовали себя лучше. Здесь, конечно, каждая, как сказать, хозяйка, условно, подбирает вот способ работы свой. Да, почему? Потому что все-таки... Мне, честно говоря, не терпится просто попробовать, раз ты говоришь, что это можно сделать на сухих волосах. А, кстати, да, да, давай. Я хочу это попробовать. Поделюсь. Так, растираем. Да, растираем, да, руке.
Ага. И вот так распределили на кончики. Ой, очень приятный запах. Это не вдвойне приятно. Кстати, в этом смысле была еще у меня отдельная была история с этой одушкой. Слушай, у нас была реально очень крутая коллаборация с компаниями, которые, да, вот, помогают нам делать действительно крутые продукты. Ой, очень приятно. Действительно, волосы стали как-то сразу же более гладкими, что ли? Ну, конечно, да. Да, сыворотка на это сразу фиг дает. Так, нам друзья показывают, что нам пора перемещаться в студию, и мы немножко там подождем, когда будет готова Ника, да, чтобы показать нам результаты нашей работы. Я хочу еще раз напомнить нашим зрителям о том, что у нас, во-первых, мы запустили вчера наш Инстаграм. Для меня это большая гордость иметь свой собственный Инстаграм. Кстати, вот можно обращаться в прямой эфир Инстаграма, иметь действительно выделенный аккаунт Инстаграм для ухода за волосами. Называется он hairfaberlic, hair.faberlic. Пожалуйста, находите, подписывайтесь прямо сейчас. У нас там есть розыгрыш. Мы разыгрываем 10 наборов Blonde Icon, который каждый состоит из шампуня, бальзама и сыворотки. Соответственно, механика очень простая. Подводим итоги 2 ноября, если я правильно помню. Но там все условия есть. Поэтому, если вы хотите для себя выиграть, для своей там, мамы, для подружки, пожалуйста, участвуйте. 10 наборов, мне кажется, что называется, хватит практически всем желающим. Да, ну, по крайней мере, шансы очень велики. Большой призовой фонд. Ну да, потому что во ВКонтакте мы разыгрываем только 3 таких набора. И напомню, да, что действует у нас мы в течение всего эфира. Поэтому, если вы к нам позже присоединились, посмотрите потом в записи. Мы загадали слово, которое непосредственно связано с блондинками. Да, и кстати, Катюша буква. По буквам показывает нам его. Еще одна буква О у нас. Если я правильно помню, что уже 4-я буква. Да. Посчитаем. Давайте. Не показываем. Нет. Да, мы должны, что наши... На внимательность. Конечно. Вот, видите, сказал, 4-я буква. Соответственно, вы под постом во ВКонтакте после эфира пишите в комментариях слово. Количество комментариев не ограничено. Соответственно, по формуле 29 октября мои коллеги подведут итог и напишут, кто победители. Да, 3 победителя будет, прекрасные эти наборы. Как они работают, я вам показал сегодня уже вот непосредственно вживую. И как это выглядит на волосах, мы буквально вот через пару минут увидим. Так, что мы еще с тобой забыли сказать нашим дорогим Рустам, зрителям? У меня еще такой вопрос. Угу. Если все-таки мне не нужно так часто пользоваться оттеночным шампунем, возможно, что можно подобрать какой-то второй уход, какую-то серию, может быть, восстановление или что-то вот подобное, питание. Расскажи, пожалуйста. Отличный вопрос, потому что действительно, вот как я неоднократно сказал, кстати, очередной раз хочу, вот на руки, да, в руки высохли, фиолетовый шампунь, то есть, есть этот оттенок, поэтому я не буду это скрывать. Я не вижу. Ну, собственно говоря, иначе бы он не работал, да, как бы о чем мы говорим. Но, как бы, это не критично совершенно, можно как в перчатках поработать, так и нет. Очень правильный вопрос, потому что я сам этому говорю, что если желтизны вот интенсивной нет, все-таки нужно этот продукт как-то там, не знаю, чередовать, там, да, начинать с ним там раз в неделю использовать, например. Но вот то, с чем мы сталкиваемся, то, что волосы повреждены, в результате обесцвечивания, конечно, требует специального ухода. Это и маски, это и бальзамы. Это вот как раз, я могу сказать, что бальзам, вот как раз Blonde Icon, мы можем использовать регулярно, даже без этого шампуня, и сыворотку использовать. А как вторая серия, которую можно вот вспомогательно использовать с восстановлением волос, это как раз серия у нас есть здесь рядышком с нами, Smart Keratin из Salon Care. Это бессульфатный шампунь, бальзам, маска и так далее. То есть там тоже кератиновый комплекс. Однако, что называется, знаете, не все кератины одинаково полезны. Да, расскажи, не одинаково, вот, кстати, они, кстати, чем они отличаются? Вот кератин здесь и кератин здесь. Здесь я тоже хочу нашим зрителям как бы тоже об этом рассказать, то, что на самом деле зачастую мы видим ингредиенты по названию как будто бы одни и те же. Ну, типа, а разница-то в чем, да, на самом деле? Особенность то, что у нас в салонке это гидролизованный кератин, который имеет маленькую молекулу, и он вот гидролизованный, что значит, что он водорастворимый, да, он как бы в водной массе, да, получается, как разбавился, и он за счет этого проникает в структуру волос, и он достраивает эти вот маленькие вот микроразрушения изнутри, да, встраивается, останавливает. Керастор 2.0, как правильно, да, это кератин немножко другого способа действия, там он не проникает вглубь волоса, он достраивает разрушения по поверхности. То есть он даже в большей степени здесь и влияет на блеск, вот этот объем он дает, да, то, что гидролизованный кератин, он проник внутрь, восстановил, но он объема не даст, потому что он не достраивает снаружи волосы, да, он все-таки подпитывает, да, чтобы действительно они не такие ломкие были, да, но все-таки вот эту вот как бы оболочку он не формирует такую, да.
А вот именно Келестор 2.0, он формирует эту оболочку внешнюю, плюс 5% до 5% плюсом. И если как раз вот бальзамом больше пользоваться, там, дольше держать, эффект будет, конечно же, лучше. Соответственно, вот, и в этом разница, что один проникает вглубь и там достраивает, а другой выстраивает вот как кольчугу, что ли, не знаю, какой-то такой защитный слой то сверху. То есть, если пользоваться сразу двумя сериями, то твои волосы будут защищены со всех сторон. И внутри, и снаружи. Да, безусловно, это действительно получится очень такой, ну, как бы получится именно, как сказать, синергетический эффект, да, что ты делаешь. Потому что здесь нужно понимать, что если ты блондинка, то есть это действительно очень сильное повреждение волос. То есть как бы все-таки это нельзя не учитывать, просто, знаете, ребят, вы просто посмотрите вот на блондинок знакомых ваших, как меняется объем волос от корней к концам. И, например, что еще? Девушка может помыть голову, высушится, выходит, и у нее вот здесь такая вот антенки торчат, да, вот там, не знаю, 5 сантиметров, 4, 3, да, ну, все это видели. Бывает, когда это просто волосы растут. У блондинок это не от этого, а от того, что они просто обламываются, понимаете, это просто видно. Это как можно, то есть за счет того, что это увлажняем, мы их питаем, я крайне рекомендую использовать сыворотки и там вот спрей, например, да, очень классный. Здесь спрей двухфазный, у нас хит продаж, скоро он появится снова у нас в продаже, я просто, знаете, это моя тоже драма, новинка, которую мы запустили, но мы ее столько продали, что мы ее воспроизвести до сих пор не можем, и только там, кажется, там в 17 или 18 каталоге он появится снова, хотя на сайте, в принципе, можно купить. Двухфазное средство и выполняет функции питания, очень здорово помогает волосы расчесать, я тебе, кстати, советую прям попробовать сейчас, Катюш. То есть помыл голову и сразу наносишь? Или как? Или да, на сухие да, волосы? Да, то есть помыл голову, бальзам, там маска, то, что ты любишь. Дальше, соответственно, все, собираешь сушить, попшикала. Ну, запах, как обычно, очень. Здесь что классно, что это реально продукт, который очень круто работает на полотне и позволяет нам волосы лучше облегчить расчесывание. То есть то, с чем сталкиваются, мне вот наша большая подруга Виталина, вы, может быть, с ней знакомы. Это тоже проблема, да, мне кажется, что говорит, у блондинок тоже. У нее был какой-то там, как условно, ну, конечно, не колтун, что сказать, Виталина и колтун, это не одно и то же. У нее был какой-то там, спутались волосы, да, с утра, помыла голову, не распутались. Обработала вот этим спреем двухфазным нашим, раз-раз расчесала. Ну, то есть это реально очень крутой продукт, поэтому я крайне рекомендую его вот именно, как сказать, вспомогательно использовать. Мы, собственно, поэтому... Вау! Ника, роскошно. Покажи там нашим. Ну, больше волн, да, больше покажи, да. Как ощущения они? Они действительно стали объемнее, плотнее. И цвет все-таки видно, что, ну, прям такой холодный оттенок, но он... Не сильный, то есть прям такой аккуратный, приятный оттенок. Мне кажется, волосы начали блестеть просто как на красной ковровой дороге. Ну да, кстати, мы как раз хотели софиты иметь такие специальные, чтобы посадить, но мне кажется, если ты вот просто покажешь, да, еще раз волосы, да. То есть я очень довольна, и здесь вот коллеги, ну, зрители точнее, да, кто смотрели, видели, да, что мы моем, и мне стало видно, что уже как бы волосы... Да, да, уже подтонировались. Текстура, ну, изменилась волос, они прям такие увлажненные, очень приятные. Угу. То есть, такого, это, видимо, благодаря... Можно я... Да, конечно, да-да-да. Благодаря... Нет, я хотела маску посмотреть или что. А сыворотка, вот. Сыворотка, вот, да, вот, потому что вы, поэтому, да, вот, вы потрогали, а мне не досталось. Кстати, ты можешь добавить на кончики, да, ты попробуй на кончики можешь добавить. На сухие волосы, да. То, что это открывает, да, это смелее. Вот, все, щелчок, сработало. Ну, честно говоря, я теперь завидую Нике, и хочу тоже побежать домой уже, скорее всего, это попробовать. Или, может быть, чтобы я тебе мыл голову тоже. Да, очень приятно. Я думаю, что это очень, очень приятный эффект. Ну, по крайней мере, мне волосы прям благодарны. Я даже сейчас вижу, даже, что Катя нанесла, да, и то, да, тоже это да, видно, мне что кажется, волосы что как-то они... То есть, это можно в любой момент наносить? Да, да, то есть получается, что ну, там в конце... Если честно, даже вот так вот, если волосы вот, в течение дня рабочего как-то разметались... Идешь там, не знаю, в кафе, на вечеринку, или, ну, или просто хочешь красиво выйти из офиса. Чуть-чуть добавили концы, подобрали и пошли. Потому что мы-то 8 часов в офисе, отопление, да, сейчас тоже что происходит, что одному холодно, другому жарко, окно не откроешь, потом не закроешь. Да, да. И вот эти, ну, то есть мы сами все чувствуем, что нам тоже не кайф. А что с волосами-то происходит, представляете вообще? То есть это же действительно такая вот, ну, достаточно большая нагрузка. Друзья, вы знаете, я думаю, что мы совсем, как сказать, не учли, что у нас, наверное, есть какие-то вопросы у наших зрителей. Да, и вот я даже вижу, что мне моя коллега начала подкидывать по поводу сульфатов.
очень классно задали вопрос, да, есть ли сульфат в этом шампуне. Я скажу честно и вообще, что называется, не стесняюсь, что они там есть. Это действительно сульфатный шампунь, но с формулой нового поколения она как бы сбалансированная. То есть есть понимание по, то есть сеточку сульфата, да. Сульфат – это один из поверхностно-активных веществ, которые моют волосы. На сегодняшний момент современные формулы делаются таким образом, что есть вот сульфатный ПАВ, и к нему добавляются СОПАВы, которые формулу смягчают. То есть они одновременно помогают ему промыть волосы, но при этом еще, так скажем, не подсушить. То есть если вы, конечно, возьмете 60% сульфатов, там, не знаю, лаурил сульфат, и будете им мыть голову, конечно, там ничего хорошего не останется. Но в современных шампунях там совершенно другие граммовки, другие проценты. И почему еще важно было, чтобы это был все-таки хороший ПАВ, сильный? Потому что у нас пигмент. То есть мы волосы, получается, с фиолетовым пигментом промыли, да, то есть нанесли его. И если мы нормально его не смоем, то у нас с вами просто останется избыточный пигмент на волосах. Но мне кажется, сейчас Ника вернулась к нам с фиолетовыми волосами, ее радость была бы не такой полной, я бы сказал. Она была бы скорее удивлена. Да? И в этом смысле поэтому сульфаты в данном случае они и оправданы, и скомпенсированы. И поэтому я вас призываю не бояться этого, а пробовать, смотреть, да, и уже наслаждаться продуктом. И, кстати, я еще отмечу, что я достаточно много продукта нанес, когда вот с Никой работал, да, чтобы, ну, чтобы это было удобно, чтобы это было быстро. Да. В домашних условиях, конечно, вы можете чуть меньше его сделать, там, как вам, по ощущениям, да, потому что вот по интенсивности пигментации вы должны это сами понять. Но я как-то раз, знаете, видел такой вот комментарий, да, девушка как делает, помоет голову обычным шампунем, а потом уже моет сверху фиолетовым. И вот типа растягивает это удовольствие от этого продукта. Я вас призываю так не делать. То есть смотрите, когда у нас волосы уже загрязнились, все-таки со временем приподнимаются чешуйки, они становятся более такие, ну, как елочки, лохматые. И в этот момент действительно нужно использовать фиолетовый шампунь, чтобы он и пигмент дал, и как бы чуть-чуть закрыл. И что еще классно, что когда вот мы помыли шампунем, наносим маску, маска дополнительно, ой, извините, бальзам, он как бы окутывает дополнительно волосы, и этот пигмент как бы еще немножечко запечатывает внутри. И пигмент, и саму краску, которой были волосы прокрашены. И в результате мы получаем, что цвет держится дольше. Это важный такой момент, поэтому я вас призываю все-таки использовать продукты по назначению, использовать их правильно, по технологии, и тогда действительно вы будете получать тот эффект, который вам необходим. Да, волосы будут и здоровыми, и красивыми, и действительно с холодным блондом. Здесь был у нас еще вопрос. Как часто можно мыть голову этим шампунем? Повторюсь, что мы сделали шампунь для регулярного применения, и здесь вы можете его использовать там, 1, 2 или 3 раза в неделю в зависимости от интенсивности желтизны. И, собственно вот интенсивность желтизны она и является критерием. Здесь, в отличие от большинства фиолетовых шампуней, наш фиолетовый шампунь, он не сушит волосы. То есть я об этом прям, что называется, как сказать, зуб даю. Это может очень быть, здорово. Немножко неэфирное слово, но реально зуб даю, то, что действительно реально крутую сделали продукт. Особенно совмещая все это вместе с бальзамом, с сывороткой, вы получаете вот именно такой вот эффект ухоженных волос. Там и объем, да, и так далее. Так, мне кажется, мы движемся к финалу. Сейчас я вопрос еще отвечу. Я предлагаю завершить. Пятая буква. Да, пятая буква. Пятая буква Н. Да, пятая буква Н. Я напоминаю, что у нас в течение всего эфира мы показываем, Катюша показывает, помогает мне буквы, которые составляют вместе слово, напрямую связанное с блондинками. После нашего эфира, под постом, с анонсом нашего эфира, вы пишете это слово, которое мы загадали, и мы 29 октября выбираем трех победителей, каждый из которых получает набор из трех продуктов Blond Icon. Напомню, что это фиолетовый шампунь 250 мл, бальзам 150 и сыворотка. Мне кажется, подарок более чем достойный, соответственно, может быть, для вас, либо для вашей мамы, подруги. Сейчас, мне кажется, это вот такой период, когда нужно радовать себя подарками. Это вот 100% оценит. Кроме того, напоминаю, что мы завели свой аккаунт в Instagram, hairfaberlic. Подписывайтесь там прямо сейчас. Там объявили конкурс, там мы разыгрываем их более щедро. 10 наборов. Поэтому также там очень простая механика и даже больше времени для участия. Поэтому заходите, подписывайтесь, приглашайте своих подруг, кому это интересно, актуально. Мы в аккаунте в Инстаграм постараемся дать новую информацию, другую. Не то, что мы обычно даем в каталоге, а что-то более интересное, больше видео. Сколько полезных советов там будет. Ну, 100% советы, прямые эфиры, какие-то вот там, не знаю, сводчи, размазки и так далее. Все, что, ну, то, что мы, не знаю, может быть, не можете позволить в общем аккаунте Faberlic, может быть, даже немножко похулиганить. Здесь мы, конечно, хотим у себя, как у себя дома, ну, позволить себе многое. Так, ну что у нас? Осталось еще 5 минут эфира, и я отвечаю на последние вопросы. Либо, если у вас есть вопросы, могу ответить на ваши. Да, у меня есть вопрос. Угу. Давайте поговорим о том, как сушить волосы.
Вот, честно говоря, я стараюсь не пользоваться феном каждый день. Вот, может быть, есть какие-то... В этом есть своя правда. Действительно, феном лучше пользоваться... Ну, то есть, обычно что мы советуем, да, чтобы волосы высохли естественным образом. Но когда у нас полгода зима, это очень трудно сделать. Да. Поэтому, если у вас получается, или у вас там, вы из дома работаете, это очень круто. Если вам нужно волосы сушить феном, то, во-первых, выбирайте, как сказать, ну, минимально возможную температуру, не самую высокую. Потом нужно направлять воздух как бы по росту волос, чтобы чешуйки получались, как бы приглаживались. То есть если дуть вверх, они будут, как сказать, как елочка приподниматься, ну и разрушаться сильнее. Соответственно, мы тянем вниз. И что еще очень важно, что нельзя ни в коем случае дуть вот прям прямым потоком. Потому что когда этот горячий воздух попадает на корни волос, на сами волосы, они перегреваются, разрушаются, и мы можем терять волосы. То есть, и самое ужасное, что когда корни перегреваешь, то есть там же луковицу, то есть полотном-то ладно, вырастут, а если луковица перегрета, она как бы травмируется и уже не сможет нас радовать вот, ну, волосами, на самом деле. Как бы это важный момент, на самом деле. Спасибо, Катя, что спросила. И я хочу сказать, что как раз эта история для блондинок особенно актуальна, потому что там волосы более сухие, более поврежденные. Им, конечно, ну, что называется, глаз да глаз нужен. Несколько вопросов я отвечу. Что есть вопрос про сыворотку. Подойдет ли эта сыворотка всем? Конечно, для всех типов волос. Не пугайтесь того, что она немножко здесь вот фиолетового оттенка. Это скорее вот для того, что, как и бальзам, просто чтобы все средства было в той же цветовой гамме, что и шампунь. Подходит всем типам волос, прекрасно увлажняет, с керастором восстанавливает волосы, делает чуть-чуть поплотнее, ну, чуть поплотнее, до 5% в толщине прибавляется. И то же самое касается бальзама. То есть если вы красите волосы не в блонд цвет, любой другой, вам этот бальзам тоже подойдет, и я искренне рекомендую, потому что он реально просто, просто клевый, вот честно. Здесь я вот, что называется, с гордостью об этом говорю и с удовольствием. Дальше есть вопрос, подойдет ли жирным и сухим волосам? 100% подходит, все-таки здесь у нас шампунь и сама линейка для, в целом она универсальная для всех типов волос, которым это нужно, да, тем, там, где блондинки, там, где осветленные волосы. Так, ну что, друзья, если есть у нас последние вопросы, я тут посмотрю по своему. У меня есть вопрос. Да. Вот скоро приблизится зима. Да. Я плаваю в бассейне и постоянно сталкиваюсь с тем, что, ну, это зима. Я понимаю. Да, да, да. Зима. Нужно сушить волосы и хлорка, и очень-очень, наверное, вот этот уход мне поможет, потому что это, ну, это травма для волос в бассейне. Ну, как я согласен, на самом деле. Это просто стресс. Я слышал о том, что даже из-за хлорки блонд оттенок может позеленеть. Не зеленеет, но темнее. Ну, да, то есть он быстрее вымывается, когда я хожу в бассейн зимой, потому что летом и вообще, в принципе, по возможности я стараюсь находиться где-то ближе к морю, но зимой... Ну да, хлорка это здесь, что скрывать, это, ну, как сказать, естественное обеззараживание, конечно, там, ну, вытравливает цвет. Здесь один есть лайфхак такой, что, во-первых, прежде чем идти в бассейн, нужно волосы намочить водой из-под крана, вот, ну, как бы, да, в душе, тогда они как бы заполнятся водой, хотя бы они не будут так сильно впускать в себя хлорированную воду. И, конечно, здесь вот и сыворотка, и бальзам, они вот здесь тоже подойдут. И про сушение, конечно, волосы, когда мы помыли, да, я думаю, что, конечно, фиолетовый шампунь в бассейн я вас не призываю брать. Я вот в своем читаю, там обычно угрозы. Нельзя это, нельзя то. Лучше дома это делать. Вот, но бальзам и сыворотку вы можете взять с собой, да, взять какой-то термозащитный продукт, да, вот можешь там этот спрей взять, чтобы волосы и расчесать, и чтобы их помочь им, да. То есть, конечно, это вот то, что поможет, действительно. Я не могу посоветовать нанести какое-то средство непосредственно прежде, чем идти в бассейн, потому что все-таки он будет смываться, да, и попадать в воду, и, в общем-то, ну, мы не одетим пользуемся, да, это будет не очень корректно. А вот намочить до, поплавать, выйти, помыть нормальным шампунем, обычным шампунем, например, Salon Care, умный кератин, не, волосы не тереть. То есть, что еще важно, что после длительного воздействия воды на волосы они становятся более, как сказать, более травматичными, то есть они легко могут растянуться, разорваться и так далее. Поэтому очень бережно моем голову, вспениваем, промываем, наносим обязательно бальзам, да, вот я здесь вот прям, что называется, рекомендую Blond Icon бальзам использовать. После этого волосы отжали аккуратно, сыворотку нанесли, спреем обработали, то есть какие-то средства для защиты волос и уже спокойненько подсушили, да, то есть здесь, конечно, вот так. Ну, конечно, с мокрой головой я не рекомендую идти на улицу, все-таки нас там мама менингитом пугала. Сейчас, может быть, это не так происходит, но я думаю, что да, здоровье надо беречь все равно. Так, Катюш, что, мы все буквы показали? Да, все буквы. Слово мы не говорим.
Что у нас никого нет. А, еще вопрос есть. Серия только для окрашенных волос или натуральным блондинкам можно использовать? Конечно, можно. Если натуральная блондинка также сталкивается с проблемой желтизны, потери цвета, я более того знаю, что многие блондинки, как вот, кстати, Ника, да, волосы тонируют все-таки, да, немножко, да, более, может быть, лайтовыми красками, не такими интенсивными, скажем, да, то здесь, конечно, тоже подойдет. То есть если вы сталкиваетесь с желтизной волос, вам точно подойдет шампунь. Если вы хотите, чтобы волосы были более объемные, более густые, то вам отлично подойдут и бальзам, и сыворотка. Здесь как бы, ну, 100%. Итак, ну что, мы сделаем выводы. Сегодня мы с прекрасными блондинками, с Никой, с Катюшей, мы поговорили о тяжелой или не тяжелой жизни блондинок, да, о том, как надо ухаживать за волосами, что мы в компании Faberlic разработали специальную, универсальную для любого типа волос, серию для блондинок, где есть фиолетовый шампунь для нейтрализации желтизны, есть бальзам, есть сыворотка. Мы туда положили, помимо всех вот нужных веществ, туда еще положили активный комплекс Kerestore 2.0. Это биомиметический кератин, который родственен структуре волос. И в чем его уникальность? То, что там умная молекула, которая находит на структуре волос места, где повреждены, чешуйки отвалились или еще что-то, и встраивается на это место. То есть он действительно как бы обволакивает каждый волосок и увеличивает толщину волоса до 5%. В результате мы получаем более здоровые, более блестящие, более объемные волосы. И мы сегодня убедились в этом, да, вот непосредственно на Нике, какие, как сказать, какой роскошный эффект. Да, очень приятно, очень приятно. Ну, я пока что не могу посмотреть на себя, но я видела... Ну, а вон зеркало, кстати, а вон там же зеркало есть. Цвет, правда, очень... Очень крутой сам цвет, очень классный. Друзья, ну что, напоминаю еще раз, что у нас было загадано слово. Смотрите весь эфир сначала до конца, и вы сможете это слово найти. Оно связано с блондинками. Пишите его под постом с анонсом прямого эфира. И 29 октября мы подведем итоги и разыграем по формуле 3 набора из 3 продуктов Blond Icon. Также напоминаю, что мы завели наш прекрасный новый собственный инстаграм hair.faberlic. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. И там у нас тоже мы запустили сегодня отдельный розыгрыш. Там мы разыгрываем 10 наборов Blond Icon. Очень простая механика. Подписывайтесь, там упоминайте подруг и так далее. Так что приглашаю в гости. До новых встреч. Что, мы будем прощаться? Всего доброго, дорогие друзья. Благодарю моих прекрасных блондинок, спасибо моих гостей. Спасибо большое, было очень информативно. Друзья, всего доброго, мы прощаемся. До свидания.